Hey, это фрилансер по жизни. Сегодня пятница, и по плану должен был на этом месте быть выпуск из рубрики «Как это сделать», где я показываю, как сделать какую-то крутую фишку. Но в последний момент планы изменились, и на это есть веская причина. Дело в том, что сегодня каналу «Фрилансер по жизни» ровно полгода. Ура! Прибавляем к этому цифру в 13 тысяч подписчиков. Ну это серьезно уже. В итоге я решил просто включить камеру и без всякого сценария записать тебе видос о том, с чего все началось и что есть канал «Фрилансер по жизни» на сегодняшний день. Поехали! Вот примерно так все и началось. Но на самом деле было много месяцев подготовки, и 8 мая 2019 года я выкатил свои первые 4 видоса. Это и является днем рождения канала, хотя зарегистрирован он еще в январе. Подошел я к созданию канала довольно серьезно. Я заказал промо-ролик, музыку, персонажи для аватарки и прочих штук, и так далее, и так далее. Но главное — это контент и подача. Поэтому я постоянно развивался, думал о том, как будет лучше именно для новичка, потому что множество каналов, которые говорят, рассказывают полезную информацию, но делают это довольно скучно. Поэтому я решил делать упор именно на это. Итак, что же у меня за контент? Контент у меня делится, грубо говоря, на две части. Это такие себе мотивационные ролики о фрилансе, о свободной работе, о свободе в целом. Ну и второй такой большой частью на канале является обучение. Обучение, в частности, верстке. На сегодняшний момент почти закончен полный, абсолютно бесплатный структурированный курс по HTML, CSS, JS верстке. Вот. Я понял, что многие каналы такие курсы продают. Я решил же все это сделать абсолютно бесплатно, потому что считаю, что так оно и должно быть. После выхода курса, естественно, ничего не закончится. Будут другие курсы, будет продолжаться рубрика «Как это сделать», где, еще раз повторю, будут выходить решения конкретных задач по верстке, как для вау-эффекта, так и действительно полезных и практических. А также будет много другой информации в разделе о фрилансе и, собственно, об IT. В основном они будут носить мотивационный характер, поэтому это тоже очень важный раздел. Естественно, я буду думать насчет других рубрик и уже начинай писать мне в комментарии, что ты хочешь видеть на канале в дальнейшем, в каком формате и так далее. Я обязательно все это учту. За последние полгода на канале было множество взлетов и падений. На сегодняшний день количество подписчиков равняется около 13 тысяч. Я не знаю, много это или мало, но далось все это очень тяжело. Временами руки опускаются, когда видос, над которым ты потел и старался, смотрят всего пару человек. Но тут же преданные подписчики подбодрят тебя комментарием, либо напишут, что благодаря мне они узнали много нового. И именно это заставляет работать еще больше и делать еще лучше. Так и будет продолжаться. В какой-то момент стал вопрос о монетизации канала. Как я уже говорил ранее, весь мой курс и следующие курсы, они будут абсолютно бесплатны. И я рассуждал о том, как же позволить подписчикам поддержать канал финансово. Для этого я открыл страницу на Патреоне. Что это такое? Это сервис, где каждый желающий может поддержать канал, оформив подписку. И поддержать канал стало очень легко. Достаточно просто зарегистрироваться на сервисе и оформить выбранную подписку одним из предложенных способов. Также можно оформить с помощью сервиса Kiwi. Ссылка на эту инструкцию будет в описании под этим видео. Но я такой человек, что мне очень неудобно принимать помощь, особенно финансовую. Поэтому в благодарность за поддержку канала я выкладываю для своих патронов, то есть для ребят, которые поддерживают канал, всякие полезные штуки. Ну, поскольку я очень долго занимаюсь версткой, уже 12-й год, у меня родился так называемый стартовый шаблон, и благодаря подписчикам у него появилось название. Это чертоги фрилансера. Там собраны множество моих наработок за все эти годы. Так вот, для своих подписчиков на Патреоне я выкладываю этот стартовый шаблон, а также множество разных других штук. Например, такие как исходники дизайна, а также результаты верстки в стримах,
из рубрики «Как это сделать?» и так далее, и так далее. Также будут появляться все новые и новые плюшки. Сейчас подписки разделены на несколько типов. Это самая простая подписка, просто сказать спасибо раз в месяц, вот, и ты уже получишь все вышеперечисленные плюшки. Также есть подписка уровнем выше, где плюс ко всему у тебя будет доступ к закрытому телеграм-чату, где я постоянно нахожусь, общаюсь с ребятами, помогаю, решаем какие-то вопросы. Также в чате патроны смогут влиять на, собственно, жизнь канала. То есть я буду спрашивать, какую именно тему выбрать для дальнейшего видоса и так далее, и так далее. Также есть персональное менторство. Это уже совсем круто. Мы будем созваниваться с тобой лично и обсуждать уже твои личные какие-то достижения и твои личные планы, составлять планы на обучение. И, в общем, всячески буду тебя поддерживать и помогать на пути к развитию. Так что, если тебе нравится, что я делаю, ставь обязательно лайк этому видосу и вперед на страницу Патреона оформлять подходящую подписку, ну а взамен ты получишь все вышеперечисленные плюшки. Поскольку каналу только полгода, то этот видос – это его краткая история. На годовом отчете я, естественно, расскажу тебе более подробно, как я строил этот канал, и подведем итоги уже за целый год. Так что я очень надеюсь, что ты останешься моим подписчиком, но если ты еще не подписан, обязательно подпишись. И в конце, что я хочу тебе сказать. Да, работа — это важно, это все серьезно, и подходить к обучению нужно действительно очень дотошно и правильно. Но всегда нужно оставлять место для ребячества и детства. Так что помни, живи, а работай в свободное время.